Я это сделал! Это было невозможно! Я играл более суток Brawl Stars! Я поднял 3500 кубков! И прямо сегодня, ребята, вместе с вами я открою легендарные стардропы и даже попробую выбить нового бойца! Поэтому прямо эту секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и хэштег Кент не Пеппа, а мы... Начинаем! Так, ну что же, как же мне не терпится забрать мои подарочки! Ох, ребята, посмотрите, сколько же у меня подарков! Я сутки играл без остановки почти! И давайте посмотрим, что же мы получим! Ребята, я прямо сейчас забираю первый стардроп! Так, редкий, сверхредкий, сверхредкий, эпический! Это только начало! Это только начало! А что будет дальше? Что же будет дальше? И мы смотрим... И мне выпадает какой-то крутой скин. Имба! Давайте дальше. 200 монеток. Монетки мне нужны. А дальше вот эти блинки тоже нужны. Еще один. Кто это? Я Фрэнка получил. Имба! Мифического бойца выбил. Так, ребят, вот я сейчас не совсем понимаю, что происходит. Но я выбил какого-то себе крутого бойца. И открываю даль. Мифический! Это нереально! Сегодня просто удача на моей стороне. Это мне награда за то, что я играл сутки без остановки. И мы получаем, леди и джентльмены. Что-что? 200 очков силы? Вы что-то вообще неадекватные. Так, обратно, ребята, забираем наш с вами любимый стардропщик. И что же мы сейчас получим? Я не знаю, давайте, может, я буду делать навхрест. Может, так будет больше шанс на удачу. Ребят, ну я не знаю, ну я очень сильно хочу выбить... Или нового бойца. Или же мне с этих стардропов выпал какой-то крутой дорогой скин. Или новый персонаж. Ну хоть что-то дайте мне, люди добрые. Так, 200 монеток. Не, я, конечно, все понимаю. Спасибо большое. Но как будто хэштег маловато. Не понял. Так, ребят, сейчас будет стардропщик. Еще один мой любимый. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, давайте так. Если вы наберете 5000 лайков... Нет, как-то мало. 10 тысяч лайков! Я знаю, что вы можете. То я тогда, не знаю, потрачу неделю моей жизни. Попробую поднять 10 тысяч кубков. И мы посмотрим, что же я получу за них. Как же это интересно. Так, получаем 925 каких-то штучек. И я... Купил Мортиса. Это мифический боец. Кстати, мне Диктак говорил, что это его любимый персонаж. Поэтому, ребятки, мне он тоже очень нравится. Обалдеть. Так, ну что же. О, Роза! Это кто такая? Обалдеть, вот это халява. Танк какой-то у меня. Это редкий боец Роза. Так, выбираем нового сверхредкого бойца. Брата, ну 8 бит, нормальный тип пуля, поэтому мы его возьмем. Ну что же, забираем очередной Lucky Star. Стардроп, просто стардроп, да? Поехали, оп. Оп, раз, оп, два, ну пробдейтесь, ну блин. Я не знаю, вот у меня такое ощущение, что надо специально какой-то тайминг ловить. Типа как бы в стендофе, тут надо делать что-то похожее. А то падает, тогда какаха, блин. Это что за плевок мне между глаз? Так, ребята, о, вот это я люблю. Вы даже не представляете, как же было тяжело играть сутки без остановки и при этом не забирать все эти награды. Вы даже не представляете, это было невыносимо. Так, ну что же, ой-ой-ой, хорошо-то как, сюда на базу. Обалдеть! Как же много еще наград. Так, ребятки, давайте чуть быстрее даже все это забирать, потому что наград реально очень-очень много. И я только что активировал еще одного бойца! 8 бит! Так, теперь мы разблокируем нового эпического бойца. Так, ребят, ну и кто из них сильнее? Напишите прямо сейчас в комментариях, но я... Вот я не знаю, мне очень нравится этот чел на колесе. Хотя, блин, хотя не-не-не-не-не. О! Вот это! Не-не! О, вот это! Вот эту милую девочку возьмем. Ой, иди сюда, моя ты горнюнечка. Так, ребят, получаем еще одни очки силы. И еще одно Lucky Star. Давай мифический, дай мифический. Ну, дай хотя бы эпический. Ну, блин. Эх, ребят. Ну, вот, походу, не все лайки поставили, поэтому мне падает такой дроп. Я хочу хороший дроп, дайте мне. Так, ну что ж. Так, ребята, держим кулачки. Ахалай, махалай. Хороший дроп. Выпадай. А где хороший дроп? Не, ну, конечно, спасибо большое. О, мы еще одного бойца активировали. Иди сюда на базу, обалдеть. Как же много бойцов мы активировали. Так, новый мифический боец? А кого выбрать? Я даже не знаю. Блин, почему я вообще хз? Так, ну, давайте, короче, возьмем вот эту вот малышечку. Иди сюда, дорогулечка, это моя. И еще один Lucky Star. Давайте вот так, нажимаю на левый глаз, нажимаю на правый глаз, нажимаю на рот. И, к сожалению, ребята, ничего толкового мне не выпало. Так, ну что же, поехали дальше. Опять левый глаз, правый глаз, рот. Да, блин, ребята, это что такое?
Где мой хороший дроп? Ну и вот мы забрали все призы. Вы скажете, нет, пока это все? Не, ребята, это только начало подарка от Brawl Stars. Прямо сейчас я заберу подарки с Battle Pass. Обалдеть. А как забрать? Вы понимаете, у меня уже баланс переполнен. Ребят, что за дичь? Я не могу забирать призы. Прикиньте, я даже призы не могу забирать, потому что у меня заполнен весь баланс. Вот это я мажорчик. Так, ну что же, забираем монетки. Новый значок. Ну, типа, ребят, ну это дефолтчик. Так, это тоже, ну, такое себе. Гемы, мои маленькие кристальчики, идите сюда. Я бы их засосал. О, да, какая же это имба. Так, мужики, ну а прямо сейчас будет самое интересное. Забираем очки силы сюда на базу. Забираем вот эти кредиты. Забираем монетки. Так, на блинге у нас места нету. Обалдеть, я еще и гемы получаю. Прикиньте, как это круто. Получаю новые спреи. Ну, самое крутое, ребята, то, что тут тоже есть лаки старые. Я могу в теории с них выбить что-то очень-очень дорогое. И я надеюсь, конечно же, удача будет на нашей стороне. Так, разблокируй любого бойца. Мужики, любого бойца. Обалдеть, я могу выбирать даже. Ничего себе, вот это имба. Как же много. Мне Brawl Stars дарит их всех бесплатно. Вау! Так, братва, давайте подумаем, кого же возьмем. Я думаю, надо брать какого-то эпического бойца, потому что эпические бойцы не самые-самые редкие. Блин, мне тот чел на самолетике нравится. Я даже не знаю, ребят, как он нормально махается или нет. Ну, нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Так, кого бы взять? О, я знаю, вот этот чел-то вообще машина, вот этот гриф. Он просто челюху выносит, поэтому, ребятки, давайте-ка мы разблокируем грифа. Ура! Первый персонаж, который я получил с Battle Pass. Да ты что, ребята, вы видели, сколько у меня там персонажей? Я просто не верю моим глазам. Так, ну что же, получаем кристальчики. Кристаллов мало не бывает, поэтому мы всегда забираем. О, Lucky Star! Кстати, как называется? Lucky Star или Star Drop? Кто шарит, напишите в комментариях по-братски. Ну, а я, ребятки, погнал. Так, по тактике легкого пальца. Опа, раз. Опа, два. Опа, три. И тактика легкого пальца обкакалась, и, к сожалению, мне ничего хорошего не выпало. Ква-ква-ква. Обалдеть, ребят, что понимали, я могу прямо сейчас полностью пройти Battle Pass, это невозможно. Я потратил очень много времени, я проходил все эти квесты, и это ради этого 10-минутного момента, чтобы все это подкрывать. Так, ну, как мы видим, стардропы сегодня почему-то не в духе. Вот я не знаю, может стардропы не с той ноги стали или еще что-то. Дайте мне хороший дроп. Значок для игрока. Ну, это когда мне будут кабину выносить, я буду отправлять такой значок, типа, я плачу. Okay. Так, ну что, почнем. Давайте вначале я заберу все платные награды. Вот я вначале хочу забрать платные награды, а потом мы с вами заберем бесплатные награды. Так, забираем платные награды, забираем. Вот обидно, что очень мало гема. Вот гема мне бы дали побольше. Вот гема я обожаю. Новая иконка. Да ты что, ништячок. У, что это? Что это? Я получил скин! Ха-ха! Какая ты имба! Я обожаю играть за Тика! Класс! Давайте мы все это применим. Так, ребят, теперь погнали забирать призы с бесплатно. Как это я гемы пропустил? Вот что на приколе. Как это я пропустил такие-то награды? Так, вроде бы как теперь все забрал, кроме этих блингов, потому что у меня на них просто-напросто нету места, надо их на что-то потратить. Так. Так, все награды забрал, братва, проверяй сверху. Все награды сверху вроде бы как я забрал. Так, ну что же. А, не все. Блин, мне какие-то дополнительные награды даются, да? Обалдеть, у меня уже 330 гемов! Ничего себе жесткий! Так, все, ребятки, теперь погнали забирать дальше награды. Lucky Star, Lucky Star, редкий. Я тебя прошу, дай мне хотя бы эпический. Ах ты, собака сутулая. Ай, блин. Ребята, 50 монет, это тупо взяли. Их, фу. Плюнули мне прям между глаз. Обалдеть, я хочу нового бойца. Дайте мне бойца, дайте бойца. О! Сверхредкий. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы были близко, но, увы, я. Так, мужики, ну что же, забираем еще один. Lucky Starчик! Тысяч. И мне снова, ребята, снова ничего не выпадает. Вот вначале мне так сильно повезло, я сразу Lucky Star проапдейтил до мифического. А сейчас вы посмотрите, что мне падает. Ну дай! О! Эпический, прошу, умоляю, на колени стану. Я на колени стану. Ай, блин. Ядрить колоти, я так и знал, что все куплено, ребята, в вашем Brawl Stars. Дай, эпический, дай. Сюда на базу. Так, ребятки, аккуратненько. Выдыхаем. Хо, и открываем. И мне выпадает. Что?
Это что за безобразие? Какие еще очки силы? Так, опа, 10 кристальчиков сюда на базу. Чиназис! Ребята, еще одну Lucky Star. Как приятно открывать эти Lucky Star, вы даже не представляете. Оп, раз, оп, два, оп, три, оп, четыре. Ну, хотя как-то уже не очень-то приятно. Да-да! Ну что же, ребятки, мы потихонечку приближаемся к прохождению этого батл пасса. Как же мне не терпится посмотреть, что же я получу в самом конце. Мне предлагают потратить 30 монеток. Но я же, ребята, ну не мамонт. Конечно, я мамонт! Тратим! Сюда. Так, скины мне не надо. Где мои награды? Lucky Star. Я бы его засосал! И редкий. Сверхредкий. Ну давай, эпический. И все нормалек. Мифический, давай мифический. Давайте, мышки, на счет три. Раз. Просто так. Вот так быстро пальцем тыкаю и открываю. Раз, два, три, поехали. Давай. Какая же это имба! Какой же красивый это скин! Сколько же я гемов сэкономил! Какая это имба! Так, и мне предлагают... Что мне предлагают? Мне предлагают потратить еще 30 гемов! Вы вымогатели! Ладно, потрачу! И я получаю 1000 монет. Ну еще 30 потрачу! Ради контента не жалко! Так, еще 30 трачу. О, я получаю легендарный Lucky Star! Легендарный Lucky Star! Мы дождались этого исторического момента! Поехали! Да, я знал, что это все не сон, я знал! То, что я получу награды, и я прямо сейчас, ребятки, просто... Эдгар, что такое? Что такое? Эдгар, это мой любимый персонаж. И что я получил? Я получил какую-то звезду? А как ее применить? Обалдеть. Так, мужики, подождите. А что, последний уровень не разблокировал? Дайте мне последнюю награду. Разблокирует бойца Макс. Не, ну, ребят, пока мне не нужен ваш Макс... Обалдеть, вот это история! Вот, ребят, ради этого я потратил сутки моей жизни. Что, понимали, я от радости забыл забрать вот эти все награды сверху. Забираем монетки. О, скинку-то мне дают! Класс! Это монстр! Вау, вот это имба. Так, ребятки, и получаю еще один бесплатный скин. Да ты что, Санечка, снимаешь? Какая это имба, я не верю моему счастью. Так, нажимаю, продолжить. Вот это у меня скины. Так, какую-то Годзилла. Какую-то Годзиллу получаю. Кто Годзилла? Я не Годзилла, не обзывайте меня. А, или это хорошо? Не, если это хорошо, то я рад. Так, ребят, ну что же. Я хочу получить прямо сейчас случайный пристар. Как его получить? Так, мужики, сейчас, короче, разберусь и обязательно его получу. Ну что же, смотрите, в чем суть. Видите последнюю награду? Случайный пристар. Я готов. Я готов ее открыть для вас и сделать для вас контент. Ну, я это сделаю. У меня в ТГ-канале. Я пройду эти миссии. Поэтому, ребятки, приходите и подписывайтесь ко мне в ТГ-канал. Ну, а прямо сейчас хотел бы немножко поиграть за Эдгара и проверить его новый навык под названием жесткая посадка. Который я выбил в батл пассе. Сейчас, кстати, вам покажу, чему же я научился. Если я вот буквально пару видео назад был голимым нубом, ребята, сейчас просто вы меня не узнаете. Так, ну что же, в этой катке всего лишь два Эдгара. На удивление очень мало, потому что я привык, что в каждой катке просто по три, а то и по четыре Эдгара. Тут, ребята, всего лишь два, и я один из них. Ну что же, нам нужна энергия. Ну, как я понял, энергия это неправильно называть, все говорят банки. Поэтому, ребятки, я подбираю банки. Слушай, ну я думаю, можно будет, ну, кабину сломать, не? Вот этому нубу. Братик, спасибо. Спасибо, что сломал на меня. Иди сюда. Эй, блин, ладно. Пошутили, хватит. Все, мужик, все. Я пол, с тобой шутки плохи. Все, дядь, ладно, ребят, не буду для вас выделываться. Лучше потихонечку, медленно, но уверенно мы всех вынесем. Все, найсик. Ломаем, опа. Не, ну, ребят, ну, 5 энергии, это уже серьезно. О, брат, спасибо, ты для меня раздобыл. Спасибо, родной. Ха-ха-ха, 6 энергии. Ох, ребят, как же обожаю так делать. Конечно, это не совсем по-джентльменски. Но тут, ребята, у нас, так сказать, выживает сильнее. Поэтому вперед! Ма. Ну, я думаю, я на нее даже ульту не буду тратить. У нее всего лишь одна энергия, я думаю, это будет легчайшее. Сюда подошел, малышечка, ты моя. Ульту! Вот это да! Он чуть меня не развалил. Осталось всего лишь 3 бойца. Я думаю, это будет несложно. Бежим в самый центр и ждем. Ой, ладно, я пол... Да отстань ты, пожалуйста, уйди! Нет, честно, если ща ульта откопится, ну, Габелла этой малышечке, потому что, ребята, говорю сразу, буду выносить... Ой, ого, 3700 стычки! Ты чё там, протеина перехавала? Так, ой, блин. Давай, идеально, просто сейчас только подойдет ко мне Габелла сразу.
Ой-ой-ой, ну, ребят, ну все, извин, извин. Я так надеюсь, будет обидно, если я позорюсь. Т-т-т-т, привет, дорогулечка, ты моя, оп. Здорово. А бежит за мной челик, смотрите, этот челик. Чел, у меня 10 энергии, ты в жизни меня не выиграешь. Иди сюда. Ого! Ничего, чел играет с одной банкой. Кабин разваливает. Ладно, ребят, ух, блин. Я не знаю, что-то у него какой-то защитный шар. Как его замочить? Он бессмертный. Нет. Ой, блин. Вот это да, проиграл чел с одной банкой. Какой позор. Ладно, ребята, не всегда же побеждать. Правильно? Конечно, правильно. Но, ребята, если вам понравилось очередное видео по Brawl Stars, и вы ждете, чтобы я поднял 10 тысяч кубков, и вот тогда мы посмотрим, что мне дробнется. Прямо эту секунду, ребятки, проживаем огромнейший лайк. Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. С вами был профессиональный Brawl Starser, а.к.а. Эдгар, а.к.а. Кента ПК. Всем удачи, всем пока-пока.